друзья, сегодня поговорим об одном видео, которое дамочка якобы на видео этом утверждает, что после захода солнца есть белки нельзя. К примеру, вот белок вечером есть нельзя, потому что после того, как садится солнце, у нас именно пищеварительные процессы в организме останавливаются. И если ты ешь вечером именно белок, то он будет лежать до следующих суток, пока не встанет солнце. А если лежит белок, он начинает гнить и разводить патогенную микрофлору. Кто-то говорит, что если белок съесть после захода солнца, он будет гнить у нас до утра. Знаете, звучит как сюжет какого-то фильма ужасов о нездорового питания. Я, конечно, не биолог, но представьте ситуацию, если бы наши белки лежали до утра, те, которые мы съели после захода солнца, то они бы, скорее всего, потребовали подушку и одеяло. Представьте себе, сидят белки, живут и обсуждают, кто будет первым усваиваться. Эй, куриная грудка, ты пришла последняя, придется тебе подождать до утра. Пищеварение – это сложный процесс, и желудочный сок и ферменты вырабатываются постоянно, разбивая наши белки на аминокислоты, которые потом усваиваются и способствуют мышечному росту. В общем, всем процессам, которые необходимы для нашего организма. Поэтому никогда не бойтесь есть белки на ночь или когда вам угодно, после захода солнца, когда вам угодно. Знайте одно, что пищеварение происходит постоянно, вне зависимости от времени суток.